Готовы работать сверхурочно и рисковать жизнями пассажиров. Водители ПТП номер 4 потребовали вернуть им переработки. До страшной аварии на Сарапятском тракте водители работали по 16 часов и получали почти 30 тысяч. Сейчас они зарабатывают сущие копейки, морально подавлены. В Омском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по факту аварии на Сарапятском тракте, унесшей жизни 16 человек. Бывшее руководство предприятия обвиняется в нарушении требований охраны труда и оказании небезопасных транспортных услуг. Сегодня судья допросила водителей автобусов. По их словам, зарплаты после трагедии снизились. До аварии они работали по 16 часов и получали почти 30 тысяч рублей. Сейчас водители зарабатывают максимум 20 тысяч. Люди надеются, что у них снова появится возможность брать дополнительные часы, ведь только так они могут содержать свои семьи. Отмечу, что по версии следствия, причиной трагедии на Сарапятском тракте стала именно переработка водителем, которому стало плохо за рулем. Поэтому автобус и врезался в КАМАЗ. Допрошенные свидетели не отрицали, что до дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2015 года, на предприятии были переработки. Например, у одного из них только за первые полгода 2015 года 714 часов отработано сверхурочно. Между тем, максимальное количество часов, которое можно отработать сверхурочно водителем, составляет 120 часов в год.